Молодец, Паша. Сама знает. Что же ты, Игнат? А еще старый кавалерист. Не хотел обижать председателя. На повороте попридержал, а она и вырвалась вперед. Рассказывай сказки. Где тебе меня догнать? Эй, слышь, огонька! Я к нему, а он от меня. Кто дед? Раз я у дома. Я аккурат у самой опушки человека встретил. Я к нему, будто за огоньком. А он от меня. Чужой, Михаил Антонович, не иначе чужой. Товарищ Рябов, сообщите на заставу. Есть. Закрой дороги в деревню и прочеши лес. А ты, дед, со мной. Начальник, след теряется в болоте. Надо обойти кругом. Давай. Thank you.
Этот? Нет, не этот. Здравствуйте. Вот так всегда бывает. Люди ищут друг друга как враги. А оказывается, они приятели. Я вас первый раз вижу. Это ничего, в жизни так бывает. Руки вверх! Ни к чему. Я ведь свой. Простите, 2 дня не курил. Вас зовут Игнатом. Фамилия ваша Василек. Вы были партизаном. Вы попали в плен. Вас хотели расстрелять. А вы хотели жить. Ну и выдали командира партизанского отряда. Его... расстреляли. А вы подписали некую бумажку. Я никого не выдавал. И ничего не подписывал. Нет, вы подписали. В ней значится, что Игнат Василек обязуется давать сведения, которые от него потребуют. Отдай бумагу! Отдай! К сожалению... такие бумаги на руки не выдают. Да ведь мы вас редко беспокоим. Последний раз было 5 лет тому назад, так ведь, а? Но ведь мне обещали тогда, что это будет последний раз. Мне говорили, что я буду свободен. Это всего. Навсегда. Да мне ведь ничего не надо. Только переночевать. Ну так что же мне? Уходить? Или оставаться? Оставайтесь.